наши подписчики. И сегодня будет долгожданное видео результаты конкурсов нашего видео. Как вы знали, на нашем канале проходил конкурс «Рассказ про кота». 3 участника уже написали конкурс. Много участников писали конкурсы, но я, как говорила, выберу 3 лучших. И я выбрала 3 лучших участника видео. Все перечитала, и самым лучшим стал рассказ про кота Симбу. Это Максин, братик, младший. Ему сейчас, наверное, не знаю, сколько ему месяцев, но ему сколько там месяцев. Ему, наверное... Да ему уже, наверное, 1 год исполнился. Чего он-то так? Короче, не знаю, сколько ему лет. Это Симба. Он шотландской породы, веслоухенький. Максик у меня британский, шотландский. А тот шотландский. Короче, это котик моей сестры, которая живет в деревне. Видео, как я поехала к ней в гости, будет в описании, ссылки. Итак, ее рассказ. У меня живет котенок, его зовут Симба. Он кусачий, любит корм, бегает на улице, иногда бывает ласковый. Вот какой это Симба. Вот комментарий под этим видео. Вот он. Видите, какой прикольненький? Вот он. Не надо. Не надо мне. Вот, короче, ее комментарии сейчас покажу. У меня зовут котенок. Вот он, миленький. Всегда помните, все конкурсы на моем канале будут проходиться вот под, в комментариях, вот в этом видео. Пишите все в комментариях. Тут уже много очень интересных рассказиков. Всех моих подписчиков, которые участвовали в моих конкурсах. Вот они, прикольненькие. И вот здесь я как раз будут проходиться всем моим конкурсы. Победителя ждут дипломы и очень интересные призики. Всем пока!